Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Александра Май, автор и продюсер благотворительного концерта. Александр, здравствуйте. И вот, наверное, давайте все по порядку. Расскажите, что за концерт, где, когда пройдет. Здравствуйте. Хочу сказать, что впервые в Рязани пройдет концерт такого плана. Концерт носит полностью благотворительный характер, то есть некоммерческий. В концерт принимают участие мои друзья, коллектив «Вегурпарк», довольно-таки известный в городе Рязани, который исполняет песни 70-х, 80-х годов. Они будут играть полностью вживую. В концерте также пройдет презентация моего авторского клипа. В этом году при помощи, при поддержке партийного проекта «Единая Россия», «России важен каждый ребенок», мы отсняли видеоклип. То есть презентацию данного клипа мы сделали именно на этом концерте. То есть цель клипа – это привлечение внимания и помощи детям-сиротам. Потому что как никогда в наше время это очень важно. Вот. И главный гость, это специальный гость, приглашенный из города Москвы, довольно-таки очень известный в 90-е годы, но при этом не забытый сейчас, это Александр Данко, известный своими хитами «Московская ночь», «Она» и, конечно же, «Твой малыш». Насколько помню, он раньше был без Александра, просто Данко. Ну, это я называю так по-человечески, как бы сказать, по-дружески практически. Да, он сейчас как бы тоже является Данко. Вот. Он приедет и выступит специально на нашем благотворительном мероприятии, тем самым подчеркнет его достойный уровень. Угу. А на что направлена благотворительность мероприятия? Я хочу сказать, что благотворительность мероприятия направлена на то, чтобы все собранные средства, всю прибыль реализовать для помощи детским домам. Конкретно Солочинскому детскому дому и Шереметьевскому. Потому что я уже много лет плодотворно с ними сотрудничаю. То есть по мере своих возможностей стараюсь им чем-нибудь помогать. То есть у нас есть такая традиция. Каждый год в новогодние праздники я переодеваюсь в Дедушку Мороза. И мы дарим всем детишкам подарки. Потому что вы знаете, что хочу сказать? В этой жизни очень важно испытывать состояние нужности. А эти дети, как никто другой, в нем нуждаются. И то есть цель концерта – дать немного добра в этот наш современный мир. Откуда вообще пришла идея вот именно такой концерт, именно Данко, именно весной? Ну, конечно же, наверное, вам немало известна и история с Данко, про его тоже дочку Агату, которая сейчас тоже находится в положении лечения. То есть, да, она проходит лечение, реабилитацию. И Данко отнесся к нам с пониманием, потому что это человек, который, как никто другой, сам нуждается в помощи, потому что судьба преподнесла ему такую ситуацию. Почему весной? Наверное, известно всем зрителям и вам, что у меня творческий псевдоним Александр Май, поэтому все проекты свои я стараюсь начинать весной, потому что месяц май, как никакой из остальных, он имеет большую перспективу для будущего. Вот. И, соответственно, я не боюсь этого слова, что это будет первый концерт и очень высокого качества по всем рязанским и федеральным меркам. А как вот вообще дела обстоят творческие у, собственно, Александра Мая? Ну, знаете, Александр Май никогда в творчестве не останавливается, он всегда растет. Это, то есть, в планах, да, то есть, дай бог, чтобы у нас все получилось, в планах такие проекты проводить как минимум раз в год. У нас есть перспективы сотрудничества с группой «Мираж», с певицей «Максим», с Димой Биланом и со многими звездами нашего российского шоу-бизнеса. В плане Александра Май за этот год провел очень плодотворный творческий год. Снял 2 профессиональных клипа, один из которых уже есть на просторах интернета. Желающие могут также ознакомиться с ним. А второй клип, как, про который, собственно, я и рассказывал, клип социального характера. Был очень написан интересный сценарий. Много людей было в нем задействовано. Клип полностью носит художественный характер. И, соответственно, люди, которые придут к нам на концерт, они увидят этот клип первыми. Я думаю, что им очень понравится. Это будет один из лучших клипов, которые были отсняты в Рязани. А какие творческие планы, ближайшие, может быть, даже далекие у Александра Мая? Ну, вы знаете, ближайшие и далекие, они как бы все в одном направлении, да? И поэтому я хочу сказать, что план один – оставить след в этой жизни, прожить так, чтобы просто меня помнили долгие годы, и чтобы я внес какой-то вклад в наше общество, чтобы не просто я прожил бесследно, а чтобы я сделал что-то людям все-таки полезное, нужное. Поэтому, чем бы я ни занимался, я всегда стараюсь совершать добро. Потому что сейчас проходит Великий пост, как всем известным христианам. Я хочу сказать, что Великий пост – это время не только для воздержания от искушений, а это время для совершения добрых дел. Поэтому хочу сказать, каждый желающий, который придет на наш концерт, он получит 2 часа очень профессионального музыкального мероприятия. Кроме того, он сделает маленький вклад в детей и с тем самым совершит маленький добрый поступок. А насколько вообще считаете, вот, нужна, важна, необходима, может быть, даже благотворительность в наше время?
Но я считаю, это очень важная суть, потому что благотворительность, она направлена на то, чтобы помочь тем, кто действительно в помощи нуждается. Но мир складывается таким образом, что сейчас, в настоящее время, часто мы встречаем и мошенников, да, которые также просят помощи, которым абсолютно не нужна. Поэтому у меня цель, да, у меня в планах в этом году открыть собственный благотворительный фонд. И именно делать подробный анализ тем, кому мы помогаем. Потому что чтобы эта помощь уходила не мошенникам, а действительно тем, кто в них нуждается. И хочу сказать, что в современном мире, где разброс населения довольно-таки велик, то есть начиная от крупных предпринимателей, заканчивая людьми среднего достатка, я хочу сказать, что в помощи нуждается довольно-таки большое количество людей. И у нас уже есть несколько подопечных, так скажем, неофициальных, которым мы всеми силами помогаем. Это и онкологически больные, это и дети из детских домов. Соответственно, на мероприятии, в нашем концерте мы про них расскажем, в надежде на то, что кто-то, может быть, и зритель тоже как-то нам с нами будет сотрудничать в этом плане. Может быть, есть какие-то особенные подопечные у вас? Да, конечно, немаловажная часть вопроса. Безусловно, детским домом, который находится в городе Рязани, также в области, осуществляется, кроме нас, огромная поддержка. Но хочу сказать, что есть те детские дома, которые немного забыты. Один из них находится в Тульской области, это детский дом инвалидов, который также нуждается в помощи. И по возможности в рамках этого концерта, либо же в рамках другого благотворительного мероприятия, мы обязательно нацелены тоже оказать им помощь. Помощь в самом необходимом, в мебели, в вещах, в каких-то средствах реабилитации. Это детский дом находится под Тулой, Головинский детский дом инвалидов. И также в этом году для себя впервые я открыл в Скопинском районе также детский дом, который мы также посещали. И причем, вы знаете, восприятие детей там немного иное. Они тебя ждут практически там в течение целого года. И когда ты приезжаешь и смотришь в их глаза, ты понимаешь, что, наверное, ничего важнее, добрее нет сути благотворительности. Потому что людям для счастья нужны разные моменты, а этим детям нужно просто человеческое отношение, добрые эмоции и, конечно же, любовь. Александр, ну и давайте еще раз напомните, пожалуйста, где, когда пройдет концерт, куда идти. Да, дорогие зрители, хочу вам напомнить, что 16 апреля в 18 часов вечера МКЦ, Площадь Победы, состоится наш благотворительный концерт, который пройдет впервые в Рязани с участием вокально-инструментального ансамбля «Горпарк», с участием певца Данка, и также я выступлю с участием в этом концерте, я буду ведущим и автором этого проекта. Поэтому хочется вас всех видеть, и я уверен, всем очень понравится. Ну что ж, Александр, вам спасибо огромное. Друзья, приходите обязательно на концерт. И напомню, в гостях у меня сегодня был Александр Май, автор и продюсер благотворительного концерта. Это программа «Городские встречи». Увидимся.